Сегодня у нас игра товарищеская. Не знаю, как будут играть футболисты, но мы, Георгий Черданцев, Барон, это понимают все, в том числе и в первую очередь соперник. Команда играет сугубо защитный футбол. С ней непросто играть, ей непросто забить. Такой стиль часто критикуют. Но если ты умеешь обороняться против сильной и техничной команды, ты еще получаешь возможность провести пару опасных контратак. Почему бы и нет? Состав команды гостей. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Сегодня у нас игра товарищеская. Не знаю, как будут играть футболисты, но мы, Георгий Черданцев, Барон, это понимают все, в том числе и в первую очередь соперник. Команда играет сугубо защитный футбол. С ней непросто играть, ей непросто забить. Такой стиль часто критикуют. Но если ты умеешь обороняться против сильной и техничной команды, ты еще получаешь возможность провести пару опасных контратак. Почему бы и нет? Состав команды гостей. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Сегодня у нас игра товарищеская. Не знаю, как будут играть футболисты, но мы, Георгий Черданцев, Барон, это понимают все, в том числе и в первую очередь соперник. Команда играет сугубо защитный футбол. С ней непросто играть, ей непросто забить. Такой стиль часто критикуют. Но если ты умеешь обороняться против сильной и техничной команды, ты еще получаешь возможность провести пару опасных контратак. Почему бы и нет? Состав команды гостей. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Состав команды гостей. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Сегодня у нас игра товарищеская. Не знаю, как будут играть футболисты, но мы, Георгий Черданцев. Сегодня у нас игра товарищеская. Не знаю, как будут играть футболисты, но мы, Георгий Черданцев. Совершенно невероятный пенальти забил в августе 71 года игрок команды «Строитель» из Полтавы Александр Молодецкий. Я разогнался, наклонился и головой ударил по неподвижному мячу. Гол! Мяч попал в правый нижний угол от вратаря, рассказывал футболист. Чрезвычайно трудно вообразить, как такое вообще может случиться. Но не верить автору этого уникального гола тоже оснований нет. Эрнандес. Прошу, укрыл мяч. Давид Сурутуса. Илья Раменди. Навешивать надо. Рубен Фардо. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. И повтор голевого момента у нас. Обидный момент для вратаря. Мяча-то он коснулся, но все равно тот влетел в сетку ворот. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Один ноль. Сейчас будет веселее. Давид Гарсия. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Микель Ойарсабал.